игру, где был... Кто у нас был? Постил, кажется, играл, да? Да. Инвокере. Вот, я думаю, что возможно будет это... Похожая игра, потому что я вижу, что прыгунов нет, нападения здесь в миде на ЦК. ЦК просто не видит. Он... Не видит он героев, качается в миде в наглую, поставляется патрон и погибает. Ревич есть, Ревич на Андайнинг. Ну, такой себе Ревич, честно говоря. Один Андайнинг, стоит ли он того, вопрос? Андайнинг вроде и так умирал. Ой, как больно здесь арбузу! И ну, пытается хоть как-то это, да, законтестить дело, убивает суппортиков, но когда я вот сижу и наблюдаю за тем, как убивают ЦК, а из ОС-9 из нападения только Рэмэш, очень плотно прыгнули по Андайнгу, Андайнгу прям... Застуется сонтрек, доджит сонтрек, и это минус бисмастера еще у нас получается. Да, но параллельно погибает Т. Медленно наращивает свое преимущество, при том, что они не ведут по киллам. Хотят они забрать топ-вышку, есть для этого у них все, есть фиссура. И знают, что нету рейвиджа секунд 15, да, у них должен быть какой-то таймер. Так, попытка убить супернову, он без рейвиджа, поэтому... бояться. А вот он появился. Только Ревич сразу же используется, и сразу же инвокера можно наказать. Инвокера убили, выбили Аегис. Но... Ну и второй. Ой-ой-ой, инвокера блинк! Откуда я только увидел вот буквально блинку инвокера, поэтому. Я, грубо говоря, даже не знал, что у него блинк. Я думал, он точно умрет, но перефриживает у нас команда мастера. Инвокер есть катаклизм, просто будет сейчас максимальный урон отрабатываться. 540 урона с одного санстрайка. Соответственно, по 1000 урона. Но, кстати, Ганим же еще дает один заряд. Так, нападение здесь у нас на птичку. Ну, птичка точно погибает. Перед тем, как зайти на гору. Поэтому сейчас, я думаю, они будут пытаться подготовиться в виде шарда, возможно, какой-нибудь кирасы на визаже. Но ближайшие 5 минут, наверное, игра будет еще переходить. Так, здесь катаклизм пошел, ну и собрали Вич-доктора. Честно говоря, поломали, да? Много фидят у нас визаж и андайнг. 20 секунд до рошанчика. И мы смотрим, что будет. Ага. Будет драка, очевидно. Без ББ андайнг, кстати. Угу. Готовы они кого-то убить, мне кажется, это выглядит как полная такая ловушка. Тысяч преимущества, немножко оно меньше стало. Почему не идут рошаны сейчас, команда S9? Ой, S9, прошу прощения, Манаспа, объясните мне, вот я, возможно, что-то чего-то не понимаю. Шейкер красиво задоджил. Блин, если бы я играл на Америке, я бы так не смог. 130 пинга слишком много. Сильно сказывается. И рошаны заходят. Ну, слушай, ну, 100, наверное, не сказывался, но 130 уже, ну, некоторые моменты ты иногда привыкаешь, можешь доджить, да, какие-то, здесь, а как убили здесь Лину? Ну, там а, просто через прокат Шейкера и катаклизм. Да, эхо потратили у нас Лину, Лина погибает, байбек у нее есть, байбекаться она не будет, катаклизм реализуется просто на ура, много очень урона, и... Нокер забирает Аегис, к слову. Шард забирает у нас визажик. Нападение в миде на арбузика. Арбуз, скорее всего, будет здесь откисать. Он здесь один. Будет ли Ревич? Если нажмет с Ревич, они точно проиграли игру. Без шансов, потому что... Без зайдет. Ну и... Визаж просто... Что делает визаж? Сядет ли он? Текис промазывает у нас. Ай-яй-яй, Тикет промазывает Саленса по визажу. Где вся команда? Вот он Ревич, это все визажа летит. Абсолютно все летит визажа. Да ладно, хотя бы нет хэслэма с катаклизмом, но Шейкер все равно классно прыгает, из контроля не выпускает. Александр тоже умрет, за Линой погоня до конца. Лину не хотят отпускать. Лина минус. Лина покупается, Супернова умирает. Но тут ребята без героев. Байбеки, конечно, есть, но они без кнопок, что самое важное. И пытаются защититься и... не проиграть. 24-5. Вторая линия упадет. Одной герой погибает, будет эч. Лину тоже не отпускает, а хаслэм в Лину. Надо сдаваться, наверное, и заканчивать. ГГ, да.
Игре 2-0, уверенная победа фаворита без каких-либо альтернатив, все было.